Только представьте, здесь будут производить 300 миллионов литров сока в год. Это составляет примерно 12% потребности всего сокового рынка России. Ну а делать сок будут из местных яблок, которые выращены в садах Самарской области. Из этих яблок будут делать сок прямого отжима. Его предприятие планирует продвигать и на зарубежных рынках. Старт нового производства дан нажатием символической кнопки. Друзья, давайте поддержим аплодисментами этот торжественный момент. Вперед! Цеха нового производства оборудованы по последнему слову техники и соответствуют самым высоким европейским стандартам. Ну а вкус сока губернатор оценил на отлично. Если что-то нам делать, то надо делать так, чтобы по-настоящему звучало не только в Самарской области, но и в стране, иметь бренды, которые могли бы узнаваемые в стране и, может быть, даже за ее пределами. И именно такую задачу ставят перед собой собственники. Это и производство, и Российской Федерации, и регионы, потому что все мы делали совместно. В настоящий момент субсидии, которые мы получили, уже 147 миллионов. Но что мы от этого имеем? 650 гектар садов на капельном орошении по новейшей технологии. Несмотря на то, что производство соков еще не вышло на проектный уровень, продукция компании уже поставляется на экспорт. Так, на складах стоят контейнеры с соками, которые готовы к отгрузке в Китай и Казахстан. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.